Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 14-го каталога Faberlic. Будем обсуждать с вами план покупок, оставлю свои отзывы и рекомендации. Итак, поехали. Сразу обращаем внимание, этот каталог будет действовать всего лишь 2 недели, имейте это в виду, это важно, чтобы успеть сделать свои заказы, оплатить и так далее. И сразу на обложке у нас с вами новая линейка, обновленная линейка Эксперт. Мне прошлая линейка не подходила. У меня был от нее, кроме черного шампуня, ото всех абсолютно других, дикий зуд кожи головы, прям после первого применения. Я надеюсь, здесь что-то исправили. Здесь нет СЛС, нет парабенов, перерабатываемый пластик. То есть, на смотрите, эко с вами упаковка, да? Будем пробовать. Надеюсь, что от этой серии зуд не появится. Что буду брать, не знаю. Но пока хорошая цена. И на любые два продукта 159 рублей будем с вами обязательно пробовать. Либо эту линейку, так как волосы сейчас повреждены. Что-то с вами возьмем и обязательно попробуем. Из красок пока не определилась. Faberlic Like у нас действует до конца года. Кто не знает, девчонки, условия, потому что до сих пор бывают вопросы. Вы каждый каталог в течение 2 каталогов делаете заказ и в рамках этого же каталога его оплачиваете, то есть не задерживаете с оплатой, да, на следующий каталог не переносите, то на третий у вас начинает действовать программа Faberlic Like, и вы можете взять любой товар из каталога, кроме одежды и посуды, со скидкой 70%. В личном кабинете эта графа у вас появится, если вы выполните условия. Снова пудра, опять это у нас идет по распродаже. На помады скидок никаких нет, но у нас есть на нашу с вами теперь новую любимую тушь. Девчонки, это лучшая тушь, которую я пробовала в жизни, вы мои ресницы видели. Даже вот эти ресницы, которые здесь, они не передают. Нет, это фигня вообще просто. Ресницы гораздо круче, гораздо длиннее, лучше. 2 продукта за 199 рублей. Я 2 коричневых туши возьму себе в запас и буду радоваться жизни. Помадки, ну, помадка HD Color со скидкой, но она мне не нравится. Оттенки какие-то не ходовые. На жидкую матовую помаду минус 60 неплохая цена. И она является одной из моих любимых. Я уже вам говорила, она похож по консистенции немножко на помаду Vivien Sabo. Она мягкая, такая кремовая. Когда она ложится на ваши губы, она превращается в бархат невесомый. Она не сильно стойкая, но тем не менее у нее матовый бархатный финиш. Она очень комфортна губам. И мои губы не сушат, по крайней мере. Блески я не люблю, ни этот, они липкие. Что у нас с вами еще интересного? Больше даже вот тушь Miss Curl, скоро, кстати, в следующем каталоге, как у нас, в 16-м, не в следующем, через каталог, я уже видела обзор, она будет у нас в красном таком дизайне, предновогоднем. Новинки, тени, запеченные. И это полный аналог того, что у нас было. Я брать, девчонки, не буду, потому что у меня есть в моем любимом оттенке, по-моему, вот в этом, розовая дымка. Да, либо крем-брюле, не помню, надо найти их, посмотреть. Это абсолютно то же самое, просто перевыпуск в линейке Glam Team, 539 рублей, они у нас теперь будут стоить, да, по скидке. И я брать не буду, потому что мне никакие оттенки больше не нравятся, я брала вот такие зеленые и подарила их, потому что мне не подходят. И у нас всего будет теперь с вами 5 оттенков, да, но они самые ходовые, это здорово. Возможно, возьму подводку для глаз, потому что цена хорошая, подводка крутая, мне очень нравится. У меня была в коричневом оттенке, еще в каком-то. Вот коричневая сейчас уже подсохла, но она действительно крутая. На моих глазах она держится, никуда не девается в течение дня. Очень удобный наконечник, которым можно и тонюсенькую стрелочку прорисовать, и толстую. Поэтому вот эти вот подводки фломастер-маркеры, да, я очень люблю. Цена адекватная вполне. Девчонки, если будет доступен к заказу каталог Биоси, я ее закажу, мы с вами тоже полистаем и обсудим. Пока в комментариях под видео, да, к видеокаталогу, девочки писали, что гели похожи на Эфраше, гели для душа неплохие, ароматы более-менее, спрей для тела, а уходовая декоративная косметика не очень. Поэтому надо пробовать, конечно, будем все с вами потихоньку пробовать. С понедельника вроде как уже доступны к заказу товары. Я что-нибудь обязательно закажу. Мы обязательно с вами попробуем, посмотрим. Так, спонжик у нас, смотрите, 299 рублей. Спонжики бывают дешевле. Не знаю, буду брать, не буду. Я, в принципе, им не пользуюсь, потому что если я пользуюсь тональной основой, то это, как правило, кушон. А там есть свой спонж. Новый аромат, в прошлый раз я не заказала пробник, но девочки, которые заказывали, писали мне, что не очень. Прям вот не очень и не понравился. Никто положительный отзыв, ни один человек мне не написал. Будем брать с вами пробник, посмотрим, потестируем эту зефирку, что она из себя представляет. А вот, кстати, вот эта линейка ароматов неплохая, но мне больше всего нравится Bonbon Cherry. Я их на пункте выдачи нюхала, да, носила на себе, и она действительно неплохая. Здесь, правда, 30 мл, 399 рублей, но они интересные. Офирик Сенсуэли, Пондор, Инкогнито,
Дизирабль и Феличи будут у нас за 199 рублей при покупке от 500. Можно взять малышку на затест. Вот эти, кстати, тоже неплохие, но не за 499 рублей. Надо ждать распродажи. Тоже неплохие. У меня знакомая одно время все время брала фрутистори. Мне так нравилось на ней этот аромат всегда ощущать. Очень достойный. Вот такие наборчики. Можно уже, кстати, потихоньку собирать наборы. Гнючитель уже не потихоньку, уже надо быстро к Новому году. Смотрите, вот у меня свекровь любит инкогнито. Вот такой вот наборчик. Получается, будет 220 рублей. Можно ей взять. И, кстати, вот большой инкогнито тоже будет по скидке. 799 рублей. Минус 50%. Посмотрю, буду брать, не буду. Это просто ее любимый аромат. Она им пользуется уже много лет. Поэтому можно к праздникам уже запасаться потихоньку подарками. Новогодний каталог, конечно, супер. На Дримтерпе. Вот такая скидочка. Мне, кстати, эта линейка понравилась. Я ее ценила по достоинству. Не могу сказать, что цены адекватные. Они, конечно, слегка завышены. Мист для сна и крем-масло. Вот я в прошлом каталоге взяла их по отдельности. В этом могла бы взять наборчиком, да? Потому что вот именно эти два продукта мне очень нравятся. Океаном тоже идет наборами. На Океаном однозначно цена завышена, на мой взгляд. Я пробовала, когда только эта серия появилась. Реально завышена. Кислородный баланс для жирной кожи. Все остальное у нас с вами по потребностям. Хорошая цена будет на кислородную маску из линеечки «Харбокситерапия». Маска классная, но я люблю весь комплекс целиком проделывать всегда. Очень нравится. Кстати, когда я вас спрашивала на сыворотку для лица антистресс из серии Beauty Lab, отзывы практически все написали негативные, что она ничего не делает. Вот если крем вот этот мне очень нравится, да, то сыворотку, видимо, и пробовать не стоит. Вот эти маски вообще, девчонки, не советую. Эти блестки потом не смоешь с лица, она абсолютно ничего не делает. Вот я сейчас год, наверное, уже добиваю серебристую, она вообще ничего не делает. Помимо этого, у вас блестки будут на лице застревать в пушке, застревать в волосах, не дай бог попадете, будете смывать. И они не вымываются просто, не советую. Викенд наборчики тоже, одна из моих любимых линеек. Просто все средства нравятся, все крутые. Для серой, уставшей кожи подходит, для возрастной. Прям вот супер. Холодное время года настало, надо запасаться уже кислотами. Вот тут хороший набор тоже, сыворотка плюс крем для век. Сыворотка мне нравится, с удовольствием ей пробовалась. И вся вот эта серия, она вообще суперская. Пилинг обязательно возрастной коже нужен, без него никак. Химический я имею в виду. Второй шаг — микроэмбразия, даже можно пропустить, но вот химический обязательно. Скоро буду брать, как подобью свои запасы пилингов. И вот этот набор, лосьон плюс крем-активатор, они тоже с кислотами для возрастной кожи. Сейчас на зиму уже брать можно, не боясь, что появятся пигментные пятна. Ну, вот эта серия больше на лето. У нас активная сыворотка для роста ресниц в этот раз будет по скидке. Я их две не разделяю, в принципе, хотя здесь есть наконечник для ресниц, да, но они обе очень круто работают. И если делать регулярно каждый вечер, промазывать бровки, реснички, то результат будет уже дней через 10. У меня так всегда. Если пропускаешь день-два, все, результата уже такого не будет. Вот тут почему-то в регулярности. Когда бросаешь ей пользоваться, то все, эффекта нет. То есть он такой вот, пользуешься — есть, не пользуешься — нет. Новинки, дезодоранты, антипреспиранты. Два для мужчин, три для женщин. 149 рублей, конечно, цена завышенная. Здесь у нас объем какой? Объем не пишут, девчонки. Будем брать. И мужской, и женский попробуем. Любые два как раз за 99 рублей. Попробуем обязательно, оценим. Но серия Луника мне вообще не нравится. Сейчас добиваю средства. Прям вот мне нравится. Из-за своего яркого аромата и уход. Не такой деликатный, допустим, как от детской линейки. На бьюти-кафе скидки, желтые ценники при покупке двух продуктов. Да, будет скидка. Но мочалка никогда в этой акции не участвует. У меня у дочери она пока еще есть, а так вот я ей всегда беру, очень нравится. Мочалка, кстати, последняя вообще не развязалась, уже месяца два висит, вообще не развязалась. В серии Blonde Icon, смотрите, шампунь плюс бальзам 599 рублей. Шампунь ярко-синий вот такого цвета, бальзам светленький. Мне больше не бальзам, а маска нравится в этой серии. Но за такой набор классно, потому что и маска, и бальзам, они делают волосы очень гладкими, ухоженными, волосы не пушатся, как легкое такое ламинирование. Мне очень нравится. Вот серию No Snow не люблю, нет. И у меня, и у мужа от нее перхоть. Вообще не работающая. Я бы даже сказала, никакая. Ариса, новинка. Вот тут у нас появляется желтенький шампунь. Или он уже был, но я на него в прошлом каталоге внимания не обратила. Потому что я помню, здесь была сыворотка и был коошенка, маска в прошлом каталоге новинка, да? А шампунь, по-моему, новинка. Напишите, девчонки, да? Мне вообще эта серия нравится. Вот это сейчас пользуюсь с удовольствием. Достаточно деликатная, по скидкам можно взять вполне.
По скидке у нас последний остался, надо пополнять запасы. Возьму парочку обязательно за 199 рублей. У нас гель для подмывания по такой цене и комплекс экстрактов для купания. Такая цена редко бывает. Буду тоже запасаться, потому что и сама использую, младший, и старший. Только это средство. Я вот серьезно, девчонки, пока только им. Оно самое деликатное, классное. Кетчуп классический возьму. Обязательно. Из еды мы, кстати, последний раз брали гречневую кашу. Я ее не первый раз беру. Так, где она у нас? Гречневая с яблоком и корицей, девчонки. Она очень вкусная. На нее пока скидки нету. Не буду, наверное, с такой цену брать. И даже дочь у меня оценила, вот, насколько она не любит кашу. Она сказала: мам, такая каша вкусная. Вот такие вот у нас появляются чаи. Чаи, правильно, да? С кусочками имбиря, с ломтиками ананаса. Это черный. Ну, вот я сколько не брала Фаберлик чай, я чай не пью просто. А мужу сколько не брала, он говорил, что фу. Поэтому, скорее всего, мимо этой новинки пройду. Запас кофе у меня тоже есть. Смотрите, насколько выгодно брать в зернах, да? Он гораздо дешевле идет, чем молотый. Помолоть-то вы сами можете, правильно? Правильно. Совершенно верно. Не знаю, что буду брать по Фаберлик Лайк, либо супчик, либо коктейль. Посмотрю. Потому что уже надо браться за себя. Этот момент все откладывается, откладывается. Чагу пью. Что сказать, не знаю пока. Вот пью и хорошо. Ну, как эти БАДы проверить, девчонки? Как проверить действие этих БАДов? Я не знаю. Вроде пьешь, и все нормально. Хуже, по крайней мере, не стало. А так не знаю. Это если вот так заняться, сдать анализы, пропить курс, потом опять сдать анализы, посмотреть, то да, можно. А так никак ты не проверишь эти БАДы. Я люблю вообще такие народные средства на травах, поэтому пью с удовольствием эти концентраты. У них очень составы хорошие. И периодически что-нибудь подпиваю. Серия Гринли мне вообще не нравится. Я ее поэтому пролистываю. Буду брать средства для мытья посуды. Оно что-то я взяла одно, но у меня сейчас летит. И у меня знакомая просила подружку взять ей тоже средство. Оно ей понравилось. Она сказала, что мега экономичное. Любые два средства для мытья посуды у нас с вами 155 рублей. Такая снимаю, хоп, память на телефоне заканчивается. Как заканчивается? Такое редко бывает, памяти много. Мыло для кухни новое. Ароматное яблочко хочется попробовать. Что-нибудь возьмем с вами обязательно. Масло Монарды обновленное тоже у нас с вами, да, теперь появляется. Концентрированное моющее средство обновленное. Я искренне надеюсь, что это не маркетинговый ход, а действительно усиливается формула. Но мы опять же с вами можем разве как-то это проверить, только в лабораторию отнести. 329 рублей порошок брать не буду, у меня два в запасе. Будем ждать цену поадекватней на эти порошки. Кстати, жидкий пятновыводитель пока оценила. Вот эту гадость больше никогда не возьму. Этот спрей, это вообще ни о чем. А жидкий я наливаю на пятнышки. Мне кажется, мне надо спрей этот вылить, просто он не нужен, и туда налить жидкий и распылять на пятна вот из пульверизатора, да, будет так удобней. Потому что он работает. У Ксюши какое-то пятно было на кофте, столовой она принесла в школе, оранжевое такое прям, вот знаете, эх. Постирала, не отстиралась. После стирки я его уже заметила, и уже после стирки я налила туда вот этот жидкий пятновыводитель, оставила, через 10 минут пришла, пятна нет. Под водичкой прохладной смыла, как бы средство с кофты, все. Отлично, хорошо. Кондиционеры будем брать с вами обязательно. Освежители? Нет, наверное, не будем. Новинок вроде нет. Освежители не будем. Усиленная формула для туалета, для ванной. Тоже все усиленное. Опять мы это с вами никак не проверим, в принципе. Да? И одежда. Кстати, мужские модели хорошие. Но цены, вот опять я считаю, немного, конечно, не немного, а сильно завышены. Я всегда пролистываю, потому что мне особенно ничего здесь не нравится. Хотя последние модели хотя бы есть на что взглянуть. Если помните, раньше Фаберлик вообще без слез не взглянешь. Белишка, кстати, новая видела в 16-м каталоге. Как раз будет, девчонки, там огонь. Будем по-любому с вами брать. А здесь пока ничего не зацепило. В конце тоже ничего интересного, все старенькое. Вот про эту серию я вам уже говорила, это Beauty Cafe Малина. Я ее больше не возьму с такой ядреной химозной отдушкой, нет. Буду брать малышковую линейку тоже, Ксюша, это гораздо безопаснее. Не понравилось. Футболки со штрих-кодами, не вижу тоже в них смысла. Ну вот и все. Чем прекрасен этот каталог, хоть он и две недели, то 1000 рублей в подарок. Но нам, обратите внимание, нужно сделать заказ на 2500 в ценах каталога. То есть это приблизительно где-то будет 2000 со скидкой, да? И 1000 компания нам дарит. То есть по факту обойдется заказ в 1000 вместо 2,5, да? А если
мы сделаем заказ на 3000 в ценах каталога, то еще получаем в подарок стирально концентрированный порошок в следующем каталоге. Да? Он у нас идет плюсом, бонусом. То есть на 3000 делаем заказ в ценах каталога, минус где-то 500 рублей, это 2500, минус 1000, это 1500 по факту. Делаем на 3, оплатим где-то 1500, я грубо так утрирую. На самом деле круто, будем пользоваться с вами, девчонки, этой акцией. А кто еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.